Всем привет, с вами Лара Шум, и уже третий год я приезжаю в ГУМ и снимаю там новогодние елочки. Последний раз я просто сняла каскад елок. Для чего я это делаю? Вдруг кому-то декор интересный понравится, и вы сможете украсить свою елку дома или где-то на работе. Почему бы и нет? Но в этом году я решила, что я выберу только три елки, а их там миллион. И три елки конкретно вам покажу. Но первая елка будет, конечно, это елка кино. Ну, почему? Потому что я актриса, я коуч по актерскому мастерству, поэтому однозначно тут гадалки не ходи. Идем в ГУМ. Так, ну вот, киноелка у нас с вами, о которой я говорила. В этом году они решили сделать киноленту вокруг елки и с новогодними шариками. Вторая елка, которая мне понравилась, которая довольно-таки очень оригинальная, состоит из игрушек. Так, Буратино и Мальвина. Мальвину, надеюсь, вы узнали. Буратино вы тоже узнали. Так, а вот тут вот такая прялка интересная. О, мой дотыр. О, мой дотыр. Все, эта елка однозначно второе место. Вчера на хуторе близ Диканьки. Супер просто. Кто придумал такое замечательное убранство, даже не знаю. Как все говорят, что это самая популярная елка. И я с этим соглашусь.